Так, пока я еду на студию, кстати, поотвечаю на ваши вопросы, пока есть время. Так что пишите. Я тоже очень скучаю, на самом деле. Но я надеюсь, что мы уже скоро начнем видеться с вами регулярно по разным поводам, на концертах, везде. Потому что все потихонечку начинают выходить уже из карантина, и я тоже. Я в активной работе. Просто делаю материал для вас, чтобы эта осень была классной. Так, ну, на самом деле, я не хотела... Я вообще не думала, что кого-нибудь заведу, если честно. Буся у меня появилась очень неожиданно. Сказать честно, я ее нашла на Авито. Я просто сидела, смотрела, что-то искала, в общем. И увидела, что собачки продаются. И, не знаю, это был порыв. Я поехала просто посмотреть. И когда я возвращалась обратно уже с собакой, я была в шоке. Я не знала вообще, что делать, как быть. Я позвонила сразу маме и спросила, будет ли она мне помогать с ней находиться, когда я на гастролях. Ну, в общем, все случилось очень круто, но я очень счастлива. Когда новые песни, клипы? Вот как раз я занимаюсь сейчас параллельно и новыми песнями, и клипом на новую песню, которую вы еще не слышали и скоро услышите. Я очень вдохновлена и прям врываюсь. На самом деле я очень рада, что я не поддалась панике и не начала, вопреки как бы общей ситуации, встречаться с кем-то, снимать что-то, потому что, ну, это правда очень опасно. И все люди, вне зависимости от того, чем они занимаются, оказались в одной ситуации, и нужно было просто ее переждать. Поэтому я решила, что как только это будет возможно, займусь работой плотно. А пока это было невозможно, пока было все закрыто, люди действительно сидели на карантине. Ну, и я еще посчитала, что абсолютно незачем просто пороть горячку, поэтому буду делать все сейчас. Чем я сейчас занята? Ну вот, я иду на студию работать. Шляпка. Приехала на местность, и вот меня ждет красавчик. Спасибо. Да, я все еще люблю яркий карандаш для губ. Мне нравится. А, нет, я пока еще не ходила в салон красоты, я пока еще боюсь. Все, я начинаю. Через пару часов увидимся. У меня лонгриды действительно несколько переплыли на телеграм-канал и на мою колонку в Яндекс.Дзене. Ну, во-первых, потому что мне там пишется гораздо свободнее из-за того, что нет ограничений в символах, как это в Инстаграме. Ну и вообще как-то я там какой-то у меня, не знаю, особый вайб. Поэтому, кто скучает по лонгридам, подписывайтесь. Вот я сейчас оставляю ссылки на Яндекс.Дзен и на свой телеграм-канал. Кстати говоря, я сейчас реально очень много пишу туда и полезной информации, и вообще всяких мыслей.